В Новосибирске сотрудники сети магазинов, которые работали под вывеской «Семейный ряд» и «Кемеровский трикотаж», месяцами не могут добиться полного расчета после закрытия торговых точек. Претензии на десятки тысяч рублей люди адресуют предпринимателю из Кемерово, который руководит ООО «Размер 54». Именно с этой компанией герои нашего материала и заключали трудовые договоры. По договору я подписывала, он обещал 900 рублей в день платить и 3% от выручки. И так я до сих пор ничего не получила. Наталья Петухова несколько месяцев торговала одеждой и бельем в магазине на улице Большевистской, 151. Кемеровский трикотаж, вывеска у всех одинаковая была. Трудовой договор был заключен, запись, трудовую книжку. Несмотря на то, что говорили, когда напишите заявление, получите окончательный расчет, так и не доплатили то, что обещали. То есть я спрашивала, вернете мне деньги, тогда я уволюсь. Они мне говорят, нет, пишите заявление, тогда получите расчет. По словам продавца, уволиться ей предложили в связи с закрытием отдела. Окончательный расчет она ждет с января. Как бухгалтер мне говорила, 7399. Ну вот, кстати, здесь заговорили об отпускных. Так я думаю, наверное, отпускные нам должны как-то еще оплачивать. Отдел кадров у них вообще в Новокузнецке, то есть у них так вот разбросано. Наталья и другие продавцы, оставшиеся без работы после закрытия отделов в Новосибирске и Бирске, предъявляют претензии предпринимателю из Кузбасса Роберту Аракеляну, который руководит ООО «Размер 54». Именно с этой компанией сибирячки и заключали трудовые договоры. У нас многие продавцы были официально трудоустроены и многие неофициально трудоустроены. Здесь разницы никакой не было. Подписывался договор. Это был трудовой договор, но почему-то, что было интересно, он был на 3 месяца. Как мы поняли, что все это Филькина грамота. На руки нам 2 экземпляра не давали. Видимо, поэтому продавцы терпели, когда им стали задерживать заработную плату. У нас с октября месяца началось не выплаты, а заработной платы. Все говорил потом, отсрочки какие-то все делал, то проценты какие-то, там 20% от зарплаты будете получать, то еще как-то. И, короче, мы то потом начали товаром брать. Директор ООО «Размер 54» Роберт Аракелян утверждает, что проблемы с выплатами возникли из-за блокировки счетов компании. Вы вообще понимаете, что вы нарушаете трудовое законодательство? Я, конечно, понимаю. А с чем у меня просто связано? Трудная финансовая ситуация. Конечно, моя вина, я ничего не отрицаю. У меня просто и кредит, получается, не получилось, и то, и все на друг друга накопилось, и не мог. Сейчас помаленьку начинаю все оплачивать. У меня не то, что я вообще не оплачиваю, я оплачиваю частично. При возможности я все оплачивал. Все-таки надеемся на его честное слово, что он все нам начнет скоро вычислять. Я ему звонила год до праздника, он сказал, что все, буду в полном объеме с вами рассчитываться. В противном случае оставшиеся без денег продавцы намерены обратиться в надзорные органы. Если работник увольняется без отпуска в течение 2 недель, да, соответственно, в последний рабочий день все расчеты производятся. Подключать сюда необходимо контролирующие инстанции, коей является государственная инспекция труда. Возможно, есть смысл в некоторых случаях написать обращение в прокуратуру для того, чтобы обеспечить себе доказательства для дальнейшего судопроизводства, если таковое будет с работодателем.